Здорово, друзья! Сегодня мой хороший дружище, не с Мурманска, не с Мурманской области, попросил меня посмотреть Volkswagen Touareg. Чем он примечателен? Я до сих пор поражаюсь людям, которые верят в хорошее. И мы с вами сегодня проверим вместе. 2009 год с пробегом 45 тысяч километров. Якобы дилерское обслуживание, но с Москвы, продает автосалон. Будем проверять и смотреть этот автомобиль. Я тут же нашел его клон. Да, кстати, он дороже рыночной стоимости порядка 300 тысяч рублей. То есть, если в среднем этого года Touareg стоит где-то 700-750, то этот стоит за 1 100 000. И точно такой же автомобиль с такой же фотографией, но якобы с другой комплектацией, стоит за 990 тысяч. Вот сейчас мы поедем и проверим данное корыце. Ну, пойдемте. Вот мы приехали в чудо-автосалончик. Посмотрим, есть ли такой автомобиль вообще в наличии. Так, ну вот он, этот автомобиль, я так понимаю. Напидоренный, конечно. Сейчас будем смотреть. Написано, что максимальная комплектация. Полированный, конечно. Дизель 3 литра 239. Угу. Либо он стоял очень долго. Видите, ржавчина какая на задней хромированной. И он все эти полезли. Неродные датчики парковки сзади стоят. Здесь все заполировано, здесь вот царапины. Видите, какой зазор у бампера. Бампер явно снимался, перекрашивался, как минимум. Здесь вот родные датчики стоят, а сзади не родные. Вот бампер красился 100%. Крыло родное. Это ремонт бампера какой-то. Да, он красился. 45 тысяч километров. Все радиаторы поплыли. Да не может такого быть, что за 45 тысяч такое состояние было. Все дворники облезшие. За 45 тысяч. Стекло затертое все в сколах. Стекло не родное. Царапина. Царапина на бампере. А, ну вот и все, ребята, собственно, и закончился мой осмотр этого автомобиля. Как только дело зашло до диагностики, сразу же менеджер скуксился, что сказал, что никакого автомобиля он не даст. И вообще, они бы не хотели продавать автомобиль мне. Собственно, не дали даже поснимать. Что скажу? Съеденные полностью тормоза, вытертый руль полностью. Вот у меня вот
руль за 250 тысяч. У меня есть слабенькие следы потертости, а там он вытерт аж до шершавости такой. Салон полностью убитый, а присутствие в комплектации автомобиля в родной пневмы, по сути, она отсутствует. То есть ее просто тупо отключили и поставили пружины. Крашеный бампер снимался кривой, вся полностью разбиралась морда, что с этого автомобиля, это я не мерил никакими, грубо говоря, толщиномерами и так далее. Просто внешний осмотр, можно было дальше машину не смотреть. И люди просто на ровном месте прикручивают по каким-то левым документам 400 тысяч рублей и продают его как автомобиль с маленьким пробегом. Это жесть, я уже думал, ну, таких локов, наверное, представляю. Они же найдут наверняка какого-нибудь лоха, которому впарят данный агрегат. А у него реальный пробег, я думаю, что 200к как минимум. Да то и 250к, причем автомобиль, скажем так, эксплуатировался в хвост и в гриву. Так что вот как-то так, надеюсь, меня будут смотреть ребята с Мурманска, с Мурманской области. Будьте аккуратны и никогда не покупайтесь и не ведитесь на такого вида объявления, тем более от автосалонов. Ну а с вами был Акер Механик, всем спасибо и пока, пацаны.